1 октября – Международный день пожилых людей. Он отмечается с 1991 года. Этот праздник – дань уважения прожившим долгую и интересную жизнь. В Чувашии 315 тысяч пожилых людей. Это четверть населения республики. 60% из них получают те или иные меры социальной поддержки. На это только в нынешнем году направлено около 2 миллиардов рублей. В республике применяются новые технологии обеспечения ухода за пожилыми людьми. Они направлены, конечно, на продление пребывания их в надомных условиях и под постоянным присмотром. Такие технологии, как детский сад для пожилых – это полустационарное пребывание пожилых граждан в центрах социального обслуживания. Социальная квартира – это дневное пребывание нескольких пожилых граждан на квартире одного из них под присмотром социальных работников. 1 октября в социальных центрах республики пройдет акция «Здоровое долголетие» на пути к цели 80+. С гражданами старшего поколения встретятся гериатры, специалисты в области профилактической медицины, инструкторы лечебной физкультуры. Столетний рубеж в Чувашии перешагнули 100 человек.